друзья. Но Чикаго, ух ты, жесть. У нас один соперник и 2 километра. Ну, хорошо, поехали по внутренним кругам. Возможно, даже и сможем опередить его. Получился неплохой дрифт. И широкие дороги. Реально высокие здания. Я вижу, можно сократить. Хорошо, давай на сокращением. Не нужно его делать. Либо сейчас, либо никогда. Вот сюда. Неплохо получилось. И нас все-таки сделали. Спасаем свою жизнь, и мы уже маленько паркурчика сделаем. Объезжай его спереди, я прикрою сзади. Сделано. Мы на полицейской тачке. Ох, 7 километров прокатимся. Хорошо, поехали уже. У нас не будет турбоускорения, просто тачка. Подкрепление едет, ждите через 5 минут. Жалко, нельзя включить мигалочек и устроить полицейский патруль. Ох, так будет резкий поворот. Чарли 5, двигайся сюда. Вот это экшен, конечно, будет. 6 километров нам еще ехать. И уже с вертушкой. Какие широкие дороги. Можно даже подрихтовать. У нас есть определенное время, и нужно без турбо все это дело проехать. 5 километров. Тачка уже просто в хлам. Внимание всем машинам в коммерческом районе. Гражданский вертолет обстреливает улицу. Всем свободным машинам двигаться туда срочно. Выбираемся из Чикаго и продолжаем наши гонки. Кто-нибудь засек вертушку? Вижу его, цель движется на север вдоль реки. Да вот и снова вертушка. Пока были под мостом, были в безопасности. Осталось 3 километра 700 метров. И дымни у нас просто уйма. Сдвигайте прожекторов. Окейюшки, осталось 3 километра. Доложите остановку по вертушке, срочно! Контакт потерял, не вижу его! Какой же экшен, просто обалдеть. Осталось 2 километра. Подальше прожектором. Выясняю, ждите. У нас 3 минуты. И сколько осталось? 1,5 километра. Нас просто в мясо. Пытаются уничтожить. Я стою в чём. Миновало заграждение на Мичиган. Куда он направляется? Понял, остался понял, километр. Походу мы все-таки оторвались.
Даже без царапин. Хорошо, отстегиваем. И выходим через окошко. Небо печали, да кьет поезд. Так, хорошо, давай в левую сторону. Кулаком не получится. Надо ногой, надо в правую сторону. Давай ногой.